Новый год – час віншавання. Обласное отделение организации «Ветераны военной разведки» наведало удельника Великой Отечественной войны гамельчанина Миколая Каспяровича. Новогодние святы – не одинная нагода для визиту. 1 студеня Миколаю Яугеновичу исполнилось 95 годов. Члены объединения урушили имяннику каштовные подарунки, пожадали ему моцного здоровья и добробыту. Миколай Каспярович служил артиллерийской разведцей, удельник боев на территории Кавказа, Украины, Молдовы, так само вызволял Польшу и Германию. Уладальник множества боевых узнагород. Ветеран часто примает в своем доме гостей и по-соправдному гонорится тем, что его завсёды памятают и шануют. Я очень расстроен, очень даже. Спасибо ребятам, что не забывают разведку нашу знаменитую. Вот. Будем стараться помогать государству, чем можем. Обязательно.